Что ты делаешь-то? Не видишь, что ли? Качаюсь. Зачем? Хочу выглядеть как Шоу Кан из Mortal Kombat. Бредятина. Ты знал, что в Street Fighter у мужиков банки больше? Я тебе не верю. Да ладно, не верь. Дрищ ебан. Здравствуйте, ребятки. На моем канале вышло уже 4 видеоролика о качках в файтингах. Все они о Mortal Kombat. Почему же мне, как некоторые меня просят, не снять видео про Street Fighter? Я скачал его, и персонажи там просто превосходные. О них сейчас и пойдет речь. Перед началом ролика хочу прорекламировать свой собственный телеграм-канал с отрывками из моей жизни и моего творчества, где можно обсудить что угодно. Ну что ж, не забывайте качаться в течение видео. Погнали! По классике начну с дрищей, но что удивительно, в игре он всего один, а именно Дослим Луфович, ведь его способности схожи с техникой Луфи из One Piece. Этот старый дед может растягивать собственные конечности и в любой момент предстать перед игроком в самой сложной позе из Камасу. В отличие от старых сухарей Mortal Kombat, этот индус намного харизматичнее и колоритнее какого-то там Шансуна. Всем бы быть такими гибкими и активными в старости, как этот изюм, но у нас соревнования качков, а не палочников, поэтому, увы, покинем темноликого хрыща здесь. Следующие персонажи не только женщины, как это было по традиции Mortal Kombat, ведь здесь дамы похлеще и накачаннее некоторых мужчин, потому и переходим к наиболее хилым атлетам, начиная с самых худеньких барышень и пацанов. Лили – маленькая черная девушка. Девочка с естественно худыми конечностями, ведь она ребенок, зато с крутым орлом на плече. Хочется отметить ее невероятную силу для ее маленького роста, поэтому она как муравей может поднимать все, что тяжелее ее самой в несколько раз. Но мы здесь смотрим на качков, а не на малышей в команде. Ну а далее, как ни странно, в слабачках затесался жидкий транс Джейми в питерской брендовой одежде, позорящий святое имя Билли Хэрингтона. Даже вторая форма его не спасает, данный персонаж годится лишь шкурам на смех и на траходром с мужиками пожестче, которые выбьют из него всю дурь. Мало того, что в его атаках, кроме танцев из КПР-ы, нет ничего особенного, так и сам он тщедушный, не заслуживающий места выше. Теперь Кимберли, темнокожая девушка, ничем не выделяющаяся, видимо, добавленная в игру из-за мировой повестки, ведь ее приемы самые обычные, а суператаки и визуальные задумки будто взяты из Валоранта. Точно такие же цветастые гранаты есть у Рейс. В общем, очень жаль, что она существует в Street Fighter. Абсолютно безликий персонаж, без харизмы и, самое главное, мускул, ради которых мы здесь и собрались. Далее Аки Гри. Рип со смешной прической, роковая женщина, отравляющая врагов своими ногтями, создана для любителей мазохизма и азиаточек. Но у меня здесь не маникюрный БДСМ-салон, а серьезный отбор качков, которые она не проходит из-за своих худых мышц. Но хочу обратить внимание на ее большие бедра, на которые невозможно не смотреть. Ну а теперь настало время фуд-фетишистов, для которых в игру добавили Джури, азиатку, везде пихающие свои вонючие ноги во врагов и в экран, а точнее в нас, игроков. Она также, как и прошлые дамы, не особо выделяет мускулами, но ее быстрые и умелые атаки очень помогают ей в бою. Да и как я могу поставить ее ниже остальных? Да, любитель ног. Далее Манон, светская львица с лицом Энн Хэтуэй, использующая приемы из балета, отчего ее ноги выглядят безумно накачанными по сравнению с оставшимися конечностями. Тетка молодец, что так эффективно использует батманы в бою, но до мисс Олимпии ей еще далеко. Далее персонаж Ками, довольно известная тетя за пределами вселенной Street Fighter, формы которой можно с легкостью разглядеть благодаря олдовому скину в военной форме. Как мы видим, у нее неплохо накачаны ноги и руки, но самое крутое в ней — это пресс, которому позавидуют вышеупомянутые персонажи, или даже Соня Блейд из Mortal Kombat с аналогичной милитаризованной задумкой. Она невысокая, около 173 сантиметров в высоту, но ее бедра просто шикарны. Если бы видео было про фитоняшек, она бы точно взяла призовое место. Далее Чан Ли, пожалуй, самый известный персонаж в Street Fighter, легенда, где ее только не встретишь, в Гриффинах, Фортнайте, костюм Джеки Чана и много где еще. Она славится своими гигантскими ляхами и сильными ногами, благодаря которым уничтожает своих врагов и многих женщин из ростера Street Fighter по уровню накаченности. И, наконец, закончим с слабачками Люком, зумерком с неимоверно большими предплечьями, сравнимыми лишь с руками моряка Папая, а также крутым торсом, которому многие персонажи Mortal Kombat бы обзавидовались. Единственное, что меня смущает, это лишь его кривой ебан, он и любителя. Выходит, что Люк некий смоук во вселенной Street Fighter, но атлет из него фантастический. На этой ноте, ребятки, мы перейдем к более здоровым бойцам, на которых трудно смотреть без ахуя, а таких в игре очень много.
И начну Рашидом, гигантским арабом, в виде которого радуешься, что в игру не добавили евреев, иначе им было бы очень тяжело противостоять такому огромному красавцу из сериала «Клон» на канале Ю. Он выглядит оверперекаченным, только гляньте на его шикарный пресс, трудно отвести взгляд от такого рельефа. Далее старейший сутенер всея Руси Джей Пикар, неплодный дедок в превосходной форме и с хорошей генетикой, только гляньте на его рост 1.92 м, недурно для такого волхва. А какие у этого старца венозные руки, просто фантастика. Папик очень харизматичный и крутой перс, но пора переходить к следующим атлетам. Диджей, перекачанный Мауга из Овервотча, любящий трясти свои маракасы и воистину мощные сиськи. Торс накачанного Михаила Джековича чудовищно рельефный, делая из него вязанку. А самое главное, что данный перс крутой и харизматичный как в постели, так и в игре. Рю и Кен, самые известные и древние ребятки во вселенной стритфайтера, умеющие делать легендарный хадоукен. У них практически одинаковое телосложение, по крайней мере трудно заметить разницу. У обоих шикарные бицепсы и трицепсы, а Кен даже чем-то похож на Данте с крутой стрижкой и лицом, а Рю похож на Гатса, но ищет не счастье, а истинную силу. Настоящие уличные бойцы и качки, но продолжим ребятами по накачанию. Бланка, зеленый шайтан с мощной мускулатурой и смешными питскими джинсовыми подтяжками. Неизвестно, из-за генетики ли у него такие большие мышцы, ведь он не человек, или это горилла сидит на химии, но известно точно, что он один из самых накачанных и интересных персонажей игры. Также он прямо как Кана в Mortal Kombat может превращаться в шар и влетать в соперников, это ли не признак гибкости? И круче Бланки могут быть только следующие персонажи. Напоследок нас встречает Гайл, американский боец с бывшей шевелюрой Хесуса, а самое главное с огромными дельтами и талией аномалией. Жалко, что под его маечкой не разглядеть пресс, но она обтягивающая, поэтому можно представить, насколько сильно он у него рельефный. Также у Гайла очень большие ладони, позволяющие ему зонить врагов шлепками по воздуху, как это делает Омнимен в Mortal Kombat. Определенно крутой мужик с превосходным телом мечты многих зрителей, которые бы хотелось видеть как у себя, так и у своего партнера. На этом мы закончили с челядью, и пора переходить к реальным мастодонтам с громаднейшими мышцами, дающие на ротан всем, кто был до них. В пантеоне нас встречает Хонда, сумоист с мощным прессом, но увы обрюхшим пузом и сиськами. Если бы не его накачанные рельефные руки с техничными движениями в бою, то я бы его отправил в ранг с купов. Но он крутой, ведь стиль сумо требует от бойцов большой вес, с чем он прекрасно справляется, сочетая данную особенность боевого искусства с бодибилдингом. Далее нас встречает Мариса, гигантская женщина ростом более 2 метров, главная маме всей серии. У нее, кажется, самая большая и рельефная бицуха в игре, мне даже завидно стало. Действительно, даже не хватит слов описать, насколько у нее крутое тело. Изображения все делают за меня, но не будем задерживаться на ее охуенных формах и перейдем к самому сильному персонажу. И самый накачанный персонаж в 6-й части Street Fighter это Зангиев. Легендарный боец с самым большим телом, с самым сексуальным лицом и с самой правой прической Хограйдера из Clash of Clans. Он заслужил это звание кровью и потом, поэтому не зря на нем столько шрамов, и они действительно украшают мужчин, а особенно таких гигантов, ведь кто скажет, что он не секс? Ему даже не нужны никакие зонинг-атаки, он сам ест все, что угодно своими мускулами, а затем кидает врагов, проводя свои мощные захваты. Что ж, ребята, вот мы и разобрали персонажей Street Fighter по размеру их телосложения. Надеюсь, было интересно. Всем спасибо за просмотр. Всех с новым 2024 годом. И желаю вам в ближайшее время таких же больших мышц, как у Зангиева или же Марисы. Я пиздец, как хочу срать нахуй.